Владельцам элитного жилья придется платить не менее 6 миллионов рублей налога на недвижимость. И речь идет о недвижимости стоимостью от 300 миллионов рублей, для которой Комитет имущественных отношений предлагает ввести ставку налога 2%. До сих пор владельцы дворцов дороже 20 миллионов рублей платили в казну ежегодно максимум 0,25% стоимости имущества. Для юрлиц ставка налога пока сохраняется на уровне 1% от кадастровой оценки принадлежащего им жилья, но она будет повышаться и составит те же 2% уже к 2023 году. И кроме того, с 2019 компании будут платить налоги за нежилые помещения площадью более 1000 квадратных метров.